Здравствуйте, я Хасенова Асель Есеновна, старший преподаватель кафедры дизайна и культурно-досуговой работы. Сегодняшняя наша дисциплина называется «История театрального искусства». Итак, первая тема. Искусство – одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества, определенный вид практически духовного освоения мира. В этом плане к искусству относят группу разновидностей человеческой деятельности – это живопись, да, музыку, театр, художественную литературу и так далее. Объединяя их потому, что они являются специфическими художественно-образными формами воспроизведения действительности. Искусство должно быть подобно реальной человеческой жизни, то есть должно воссоздать, как бы моделировать, да, жизнь в ее реальной целостности и структурной сложности. Оно должно удваивать реальную жизнедеятельность человека, быть ее воображаемым продолжением и дополнением, и тем самым расширять жизненный опыт личности, позволяя ей прожить много иллюзированных жизней в мирах, созданных писателями, да, музыкантами, живописцами и так далее. Художественно-творческая деятельность человека развертывается в многообразных формах, которые называют видами искусства, его родами и жанрами. Обилие и разнообразие этих форм могут показаться хаотическим и нагромождением, да, в действительности. Они являются закономерно организованной системой видовых, да, родовых, жанров, форм, в зависимости от материальных средств, с помощью которых концентрируются художественные произведения, объективно возникают три группы видов искусств. Итак, первое – это пространственные, или так еще называются еще и пластические, да, это живопись, скульптура, графика, художественная фотография, да, архитектура, декоративно-прикладное и дизайн. То есть такие, которые развертывают свои образы в физическом пространстве. Второе – это временные. Временные – это как словесные и музыкальные, то есть такие, где образы строятся во времени, а не в реальном, да, пространстве. И третье – это пространственно-временные. Это танец, актерское мастерство и все базирующиеся на нем синтетическое, ну, как бы, скажем, театр, да, либо киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое и так далее. То есть такие образы, которые обладают одновременно и физическими, и временными качествами. С другой стороны, в каждой из этих групп искусство, художественная творческая деятельность может пользоваться. Первое – это знаками изобразительного типа, то есть предполагающими сходство образов с чувственно воспринимаемой реальностью. Это живопись, скульптура, графика, так называемые изобразительные искусства. Также литература, актерское искусство, вот только что мы говорили, да, про это уже. Второе – это знаками неизобразительного типа, то есть не допускающими узнавания в образах каких-то не было реальных предметов, явлений, действий, обращенных непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия. Это архитектурно-прикладные искусства, музыка и танец. И третье – это знаки смешанного изобразительного и неизобразительного характера, свойственные именно синтетическим формам искусства. Это синтез архитектуры, либо декоративно-прикладного искусства с изобразительными, либо словесно-музыкальному, там, песенному, актерско-танцевальному, пантомимическому синтезу. Да? Искусство – это особая подсистема духовной сферы жизни, общества, представляющая собой творческое воспроизведение и действительности в художественных образах. Первоначально искусством называли высокую степень мастерства в каком-либо деле. Это значение слова присутствует в языке до сих пор, когда мы говорим об искусстве врача, либо учителя, да, о боевом искусстве, либо об ораторском, да, искусстве. Позже понятие искусства стали все чаще использовать для описания особой деятельности, направленной на отражение, либо на преобразование мира в соответствии с эстетическими нормами, то есть по законам прекрасного.
При этом первоначальное значение слова, именно искусство, да, сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного, требуемого высочайшего мастерства. Предметом искусства являются мир и человек, совокупность их отношений друг с другом. Форма существования искусства – это художественное произведение, к примеру, да, поэмы, картины, спектакли, кинофильмы и так далее. Искусство также использует особые средства для воспроизведения реальной действительности. Для литературы это слово, да, для музыки это звук, к примеру, для изобразительного искусства это цвет, для скульптуры объем. Цель искусства двойственна, это, вот, к примеру, для творца это художественное самовыражение, для зрителя это наслаждение красотой, да, которую они видят именно на сцене. Вообще красота также тесно связана с искусством, как истина с наукой и добром. С моралью. Искусство – важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством они различные. Если наука использует для этого строгие однозначные понятия, да, то искусство – это художественные образы. Лекция номер 2. Древнегреческий театр. Древнегреческий театр берет свое начало от народных гуляний в честь бога Диониса. Изначально Дионис почитался греками как бог производительной силы природы. Но несколько позже, когда народ Древней Греции стал возделывать виноградники, он стал богом виноделия. И потом богом поэзии и театра. Эти народные празднества происходили несколько раз в году. На них пели хвалебные песни Дионису, которые назывались дифирамбами. Из торжественной части праздника родилась трагедия, да, а из веселой и шутливой родилась комедия. Если перевести слово трагедия и комедия с греческого языка на русский, то они дадут пояснение происхождения греческой драмы. Слово трагедия состоит из греческих слов «трагос» – это козел, и «оде» – песнь. То есть дословно это будет звучать как «песнь козлов». Потому что спутниками Диониса были сатиры, козлоногие существа, прославляющие подвиги и страдания именно самого бога Дионисия. Слово «комедия» также имеет в своем составе два греческих слова, это «космос» и «шествие» – пьяных толпы, ряженых, осыпавших друг друга шутками и насмешками. И «ода» – это песнь, следовательно, комедия – это песнь космоса. Согласно древним историческим документам, греческая трагедия уже во второй половине VI века до нашей эры была довольно развитой, потому что использовала богатое наследие эпоса и лирики. Живший в то время трагик Фиспид сделал одно нововведение. Он выделил из хора особого исполнителя актера, которого еще называли гипокрит, то есть ответчик, да, на нашем языке. Это название показывало, что главная роль в трагедии все еще отводилась хору. Фиспид – это первый афинский трагический поэт. Его первая пьеса была поставлена весной 534 году до нашей эры на великих Дионисиях, да, на празднествах. С тех пор эту дату считают годом рождения мирового театра. Театр Дионисия в Афинах. Это оркестр представлял особую круглую площадку, на которой размещались хор и актеры. А поначалу зрители рассаживались вокруг этой площадки. Немного позднее возникли специальные места для публики, которые были расположены на склонах, прилегающих в оркестре холмов. Скены, она находилась недалеко от оркестра, и ее передняя стена, проскений, имела вид колоннады и изображала фасад храма либо дворца. На обоих концах скены имелись боковые пристройки, которые назывались проскениями. В них обычно хранились всякие театральные имущества. В некоторых случаях, когда по сюжету пьесы требовалось несколько комнат, использовали проскении. Между скеной и зрительскими местами имелись породы, представляющие собой проходы, по которым актеры выходили на оркестр, то есть на сцену. Да? В то время, когда играли представление,
прощения прямо на оркестре перед проскением, потому что никаких сценических площадок еще не было тогда. Хор, маски, декорации, они как бы, поскольку греческие актеры как бы были в масках, да, то выразить удивление, восхищение либо гнев при помощи мимики они не могли, поэтому актерам приходилось много работать над выразительностью жестов и движением. Соответственно, костюмы актеров своим внешним видом напоминали пышные одежды, надеваемые жрецами Дионисия во время исполнения им священных обрядов. Театральный хитон шили с рукавами до пят, плащи были двух видов, один из них гематий был широким, его укладывали складками вокруг тела, и второй это хламида, имел на плече застежку. Для некоторых персонажей шили специальные костюмы, к примеру, вот у царей были длинные пурпурные плащи. Многие театральные костюмы были расшиты цветами, пальмами, звездами, да, спиралями, фигурами людей и животных. Трагические актеры во время представления надевали обувь, называемые катурны. Они представляли собой башмачки с высокими голенищами, с толстыми подошвами, изготавливаемые из нескольких слоев кожи. Такая обувь значительно увеличивала рост актера. Теперь можем перейти к древнегреческой вообще драматургии, да, в общем. В этот список можно включить таких известных античных актеров, как Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан и Аристотель. Все они писали пьесы для представления на празднествах. Были, конечно, еще много авторов драматургических произведений, но либо их творения не дожили до наших дней, либо их имена уже были забыты. Творчестве древнегреческих драматургов, несмотря на все различные, было много общего, например, стремление показать все самые существенные социальные, политические и этические проблемы, которые волновали умы афиан в то время. В жанре трагедии в Древней Греции не было создано там значительных произведений. Со времен трагедии трагедия стала чисто литературным произведением, предназначенным для именно чтения. Зато большие перспективы открылись перед бытовой драмой, получившей наибольший расцвет в середине где-то 4 века до нашей эры. Ее последствия называли новоэтическая комедия. Театр Римской империи, ну что здесь можно сказать, здесь древнюю Италию населяло множество племен и народностей, одними из которых были латиане. Они обосновались в нижнем течении реки Тибр в местности под названием Лациум. В 753 году до нашей эры они основали город Рим, ставший впоследствии их столицей. В античные времена наиболее важную общественно-политическую роль в Италии играли греки и этруски. У греков в Южной Италии, на Сицилии, были колонии. Что касается этрусков, то известно, да, то есть неизвестно, откуда они пришли и где зародился этот народ. Но согласно историческим источникам, они создали высокоразвитую культуру вплоть до 6 века до нашей эры. В подчинении у этрусков находились многие итальянские племена, в том числе и латиане. Римский театр и драма также, как и в Греции, берут свое начало с сельских празднеств по случаю сбора урожая. Еще в те времена, когда латиняне жили в Лациуме небольшой общиной, после окончания жатвы они устраивали праздники. На народных гуляниях люди распевали веселые, немного непристойные песни, да, с грубоватыми шутками и насмешками, которые назывались фесцинины. В этом принимали участие обычно два полухория, между которыми, собственно, и происходил обмен извительными и колкостями. Весценины зародились при родовом строе, пережили много перемен в обществе и существовали несколько веков. В этих песнях находила отражение социальная борьба между патрициями и плебеями. Римская знать пыталась обуздать фессининские насмешки, но это ей плохо удавалось, поэтому в Риме был издан закон и установлено строгое наказание тому, кто будет порицать другого в злобных стихах. Кроме фессинин существовала еще одна форма представления, это сатура. Ее можно считать истоком римской драмы.
которая испытала на себе влияние культуры именно этруссков. Спасибо за внимание. Наша третья лекция. Термин «средние века» носит условный характер и может быть в полной мере применен только к истории стран Европы, в частности Западной Европы. Термин был введен итальянским гуманистом Флавио Бьондо. Основные черты западноевропейского средневековья – это феодальная система землепользования, система фасалитета – это система взаимоотношений между феодалами и доминирование церкви в религиозной жизни. Политическая власть церкви – это куртуазные идеалы рыцарства Гестерионы. К XI веку в Европе натуральное хозяйство сменилось товарно-денежным ремеслом, они отделились от сельского хозяйства. Быстрыми темпами росли и развивались города, так постепенно совершался переход от раннего средневековья к развитому феодализму. Крестьяне все в большем и большем количестве переселялись в города, в которых они спасались от притеснений феодалов. Вместе с ними в города перебирались и древнегреческие затейники. У всех этих вчерашних сельских плясунов и острословов тоже произошло разделение труда. Многие из них стали профессиональными забавниками, то есть гестерионами, да? Во Франции их называли жонглеры, в Германии их шпильманами, в Польше франты, в Болгарии кукеры и в России скоморохи. Литургическая и полилитургическая драма. Еще одной формой театрального искусства средневековья стала церковная драма. Церковники стремились использовать театр в своих пропагандистских целях, поэтому боролись против античного театра, сельских празднеств с народными играми и гестерионов. В связи с этим к IX веку возникло театрализованное место. Был разработан метод чтения в лицах легенды о погребении Иисуса Христа и его воскрешении. Из таких чтений родилась литургическая драма раннего периода. Со временем она усложнилась. Костюмы стали более разнообразными, движения и жесты лучше отрепетированными. Да? Литургическая драма разыгрывали сами священники, поэтому латинская речь, напевность церковной декламации еще слабо воздействовали на прихожан. Церковники приняли решение о том, чтобы приблизить литургическую драму к жизни и обособить ее от мессы. Такое новшество дало весьма неожиданные результаты. В рождественские и пасхальные литургические драмы были внесены элементы, изменившие религиозную направленность жанра. Миракль, мистерия, моралите, фарс. Вот, к примеру, мистерия – это драматизированные религиозные ритуалы, связанные с поколением умирающим, с поклонением, то есть умирающему и воскрешающему Богу. Слово «миракль» в переводе с латинского означает «чудо», и в самом деле все события, которые происходят в таких обстановках, заканчиваются благополучно, благодаря вмешательству высших сил. Да? С течением времен в этих пьесах, хоть и сохранилась как бы религиозная подделка, но все чаще стали появляться сюжеты, показывающие произвол феодалов и неизменные страсти, которые владели знатными властью. Придержащими людьми, да, в этом возник такой противоречивый жанр, как миракль, виновато время. Весь 16 век, полный войн, народных волнений, кровавых расправ, объясняет полностью дальнейшее развитие миракля. С одной стороны, крестьяне во время восстания брались за топоры, вилы, да, из-за этого во всех пьесах возникли элементы критики, наряду с религиозными чувствами. Мистерии. В 15-16 веке наступило время бурного развития городов, в обществе обострились социальные противоречия, горожане почти избавились от феодальной зависимости, но еще не попали под власть абсолютной монархии. Это время стало периодом расцвета мистериального театра. Мистерия стала отражением процветания средневекового города, развития его культуры. Данный жанр возник из древних мистических мистерий, то есть городских шествий в честь религиозных праздников или торжественного въезда королей. Из таких праздников постепенно сложилась площадная мистерия, которая взяла за основу опыт средневекового театра, как бы по литературной, так и по сценической линии.
В 16 веке в Европе возникло реформационное движение или реформация, да? Оно носило антифеодальный характер и утверждало принцип так называемого личного общения с Богом, то есть принцип личной добродетели. Брюгеры сделали мораль оружием как бы против феодалов, так и против народа. Желание буржуазии придать своему мировоззрению побольше святости и дало толчок созданию еще одного жанра средневекового театра, как моралите. Спасибо за внимание. Четвертая лекция. Театр эпохи Возрождения. Одно из самых ярких и значительных явлений в истории всей мировой культуры. Это мощный исток европейского театрального искусства во все времена. Новый театр родился из потребности перелить молодую энергию в действие. Если задать себе вопрос, в какую сферу искусств должно было влиться это действие, это море веселья, то ответ ясен, да, конечно, в сферу именно театра. Карнавальная игра уже не могла оставаться на своей прежней стадии стихийной самодеятельности и вошла в берега искусств, стала творчеством, обогащенным опытом древних и новых литератур. Я попытаюсь описать становление театрального искусства нового времени, проследить, как и где возник великий театр эпохи Возрождения. В Италии впервые в Европе на сцену поднялись актеры, профессионалы и поразили мир яркой, сильной игрой, рождающейся тут же на глазах у зрителя и чарующей своей свободой, азартом, блеском и остроумием. Так в Италии было положено начало театральному искусству нового времени. Времени произошло это в середине где-то 16 века. Новый театр рождался в Италии. Рождение это не может быть отнесено к строго определенной дате, именно имени или произведению. Да? Шел процесс длительный, многосторонний и в верхах, и в низах общества. Сначала надо было сломать старое традиционное триединство, да, священных пьес, мистериальной любительской сцены и патриархально настроенной аудитории. И движением за новым театром выступала новая драма. Она дерзко пошла по непротрёт дороги и оказалась на длительное время оторванной от площадной сцены и широкой зрительской массы. Первое звено, триединство, развивалось без поддержки двух либо других. Ископаемый синтез и не возникал, он будет складываться в сферах итальянской сценической практики. Площадная сцена карнавалов начнет самостоятельно впитывать в себя новое ренессансное мировоззрение, не меняя при этом своих фарсовых форм и не отхаживая от себя всеселяющие карнавальные толпы. Именно карнавальное шутовство стало той плодородной почвой новой театральности, которую дала первые ростки профессионального сценического искусства и стала приучать массовую аудиторию к новому, более высокому типу зрелищ. Именно на карнавале и забили источник комедии дель'арте, этой истинной прародительницы нового европейского театра. Надо сказать, что на раннем этапе развития нового театра взаимочужданность сцены и драмы пошла обеим на пользу. Драма оказалась свободной от примитивной фарсовой сцены, а сцена то и исполнительское искусство, лишенное драмы и представлению самого себе. Для того, чтобы гуманистическая мысль проникла в драму, нужен был решительный разрыв драмы со сцены. Задача заключалась в том, чтобы поднять драматургический жанр до художественного уровня литературы и открыть драме ход современную жизнь, насытить ее реализмом. Деятельность итальянских гуманистов 15 века сыграла чрезвычайно плодотворную роль в возрождении античных знаний и искусств и во многом помогла формированию европейской культуры. Театр английского возрождения – это, конечно же, Шекспир, да, и его блистательное окружение. Марло, Грин, Бамонт, Флетчер, Чемпион, Нэш, Бен, Джонсон, да, но все эти последние имена принадлежат своему веку и своей нации. Шекспир же глубже всех выражавший дух своего времени и жизнь своего народа, принадлежит всем векам и всем народам. Театр Шекспира – это своеобразный синтез культуры Ренессанса. Определив собой самый зрелый этап этой культуры, Шекспир говорил со своим веком и
с грядущими веками, как бы от имени всей эпохи величайшего прогрессивного переворота. Творчество Шекспира было итогом развития национального английского театра. В то же время оно в известной мере суммировало достижения всей предшествующей поэтической, драматической, сценической культуры древнего и нового времени. Поэтому в драмах Шекспира можно, да, ощутить и эпический размах гомеровской сюжетики, и титаническую лепку многотрагедий и древних греков, и вихревую игру фабул римской комедии. В творениях Шекспира отчетливо слышны голоса современных гуманистов, начиная от Эразма Роттердамского и кончая Монтененом. Углубление развития, унаследование, вот что было как бы важнейшей предпосылкой рождения нового и наиболее совершенного типа ренессансной драмы. Спасибо за внимание. Пятая лекция – просвещение, эпоха открытий. Основной линией этой эпохи стала борьба с феодализмом в Европе. Европейское общество встало против господства аристократии, их нравов, идеологии, против феодального уклада жизни. Также просвещение – эпоха нового девиза человечества. Бог сотворил человека несовершенным, а задача человека – быть же совершенствовать, да, совершенствовать самого себя. В театре эпоха просвещения играла огромную роль. Появляется просветительный театр, задача которого состояла в том, чтобы освободить людские умы от старых предрассудков и внушить им новые просвещенные идеи, истинную мораль. Театр становится не только местом для развлечения, он становится главным образом школой, школой разума, морали и гражданской добродетелью. Цель театра просвещения — при помощи действия на сцене донести до людей всю несправедливость европейского государства и уклада жизни. И надо заметить, что он весьма преуспел на этом поприще. Основной частью влияния на людей в просветительном театре становится пролог. Пролог или беседа, да, девиз философов-драматургов того времени. Пролог сильно видоизменяется, становится поучительным, поучительным словом перед спектаклем, вытаскивает наружу всю несправедливость мира. Он очень разросся и обогатился общественной, философской общественной аргументацией и превратился в своеобразную форму теоретических манифестов, да, нового театра. Пролог – это важнейший документ теории новой просветительной драмы. Значительно изменились и форма проведения спектаклей. Исчезли радостные возгласы и смех. Аристократия теперь не сидела на самых почетных местах, а простолюдины не теснились у подмостков. Теперь они чинно сидели по рядам и внимали как бы поучительному слову. Еще одно нововведение это просветительного театра – это на сцене стали играть сами женщины. Основная задача просветительного театра стояла, что максимально как бы сблизить его с жизнью, сделать героем спектакля обыкновенного человека. Именно такого человека, чтобы распространить влияние просветительских идей, но как бы можно было количеством людей именно. Театр просвещения зародился именно в Англии, на территории этой страны. Появился первый театральный жанр той эпохи – морализирующая просветительная драма. Ее автором был английский философ-драматург Джордж Лило. И первое произведение в этом жанре называлось «Лондонский купец». В предисловии к ней отчетливо видны идеи морализирующего просвещения. Трагедия далеко не утратит свои достоинства, если она будет применена к условиям жизни широкого круга людей. Ее высшее назначение – служить правилам добра для многих нуждающихся в нашей помощи, а не для ограниченного круга лиц. То есть. Однако морализирующая просветительная драма значительно повлияла на английский театр. Старые критерии классицизма и с воспеванием аристократического героя и иерархии жанров, они распались. Основная беда морализирующей драмы состояла в том, что она нередко становилась как бы проповедью в лицах с избытком пуртианского ханжества. И к тому же она как бы навевала на свою аудиторию как бы скуку. Да? Эти пророки сразу же заметили представители радикально-демократической группы английских просветителей. Это Филдинг, Фаркер, Гольдсмит, Шеридан,
Самыми яркими представителями этой группы был Ричард Бринсли Шеридан, автор школы злословия. Да? Шеридан не скрывал своего отношения к ненавистной ему моральной драме. Его прологи можно считать воинственными выпадами против этого жанра, назвав свой век добродетельным и строгим, ненавидя ханжескую мораль, которая легла, прикрывала собой цинизм и человеческую подлость. Он хотел вывести своевременно английский, как бы современно, то есть английский театр на позиции сатиры. Но просветительному театру удалось обрести полную силу на французской земле. Основная причина триумфа просветительного театра во Франции обуславливается как бы предреволюционными годами. Вольтер, урожденный Франсуа Марии Аруэ, он широко раздвинул рамки национальной культуры и считал, что просветительский идеал одинаков как бы для человека любой национальности. Кто любит искусство, является соотечественником, писал он. Театр становится общенародной политической трибуной, на которой Вольтер обличает политический деспотизм, духовное парообщение и религиозный фанатизм. Во второй половине 18 века в просветительские движения достигла стадии зрелости. Приближалась великая буржуазная французская революция. Идеи французского просветительства широко распространились за пределами Франции. Борцы с феодальным гнетом других стран многому научились у французских философов. В Италии главное просветительного театра был Карло Гальдони, конечно же. Он в многочисленных предисловиях к своим комедиям декларировал главные принципы и идеи нового театра. Гальдони провел знаменитую реформу итальянской комедии. Он постепенно переводил импровизационную игру к формам писанной комедии. Эта постепенность объяснялась тем, что комедия дель'арте хорошо держала позиции, и жителям Италии требовалось время для принятия этой идеи просвещения. Любое достижение на этом поприще Гальдони фиксировал в обращении к читателю, которое имелось почти во всех его произведениях. Гальдони сохраняет в своем театре высокую мораль, а также остается верен карнавальному духу народных увеселений. Просветительный театр в Германии, он развивался на намного ином направлении, так как традиции национальных традиций в этом государстве были решительно пересечены. В знак чего на сцене нового театра была сожжена фигура Арлекино. Новая драма развивалась преимущественно как жанр морально-психологический. Создателем нового типа драмы был Готтхольд Эфраим Лессинг, названный отцом новой немецкой литературы. Основы немецкого просвещения, заложенного Лессингом, повлияли на творчество Шиллера и Гёте. Драматурги и актеры эпохи просвещения имели огромное влияние на видных политических деятелей и, конечно же, правителей государств. Спасибо за внимание.